Жил в 15 веке на земле русской великий подвижник, звали его Нил. Вступил он на путь иночества в знаменитые обители Кирилла Белоизерского, но недолго там пробыв, отправился на восток по святым местам. На несколько лет поселился Нил на святой горе Афон, изучая святых отцов творение, сердцем и умом своим воспринимая и превращая их в практическое руководство своей жизни. Вернувшись на родину и желая еще больше подвигов, поселился Нил близ монастыря своего на реке Сара, и, прослышав о сим подвижнике, потянулись к нему иноки. Так возник монастырь. Но монастырь необычный, не по общежительскому уставу, а совсем новый для Руси, скитский, по образу афонских скитов. Иноки жили в отдельных кельях, да лишь трудом своим, а земли и вотчин монастырь не имел совсем. Сам же преподобный Нил был для братьев образцом трудолюбия и нестяжательства. А духовно более всего преподобный наставлял своих иноков в умном делании, что значит глубокая молитвенность и духовное подвижничество. Ибо главным подвигом иноков есть борьба со своими помыслами и страстями, в результате чего в душе рождается мир, в уме ясность, а в сердце сокрушение и любовь. Оставив после себя сии великие свершения, преподобный Нил мирно отошел к Господу. Мощи его прославились множеством чудотворений. За все его подвиги и чудеса был он причислен Церковью Русской к лику святых. Двадцатое мая. День памяти преподобного Нила Сорского.